Всем привет! Маняшка спит? Уже не спит? Да, красотка? Мамина красотка, привет! Привет! Маняшка на своем месте. У нее в каждой комнате свое место. А Феликс сегодня с самого утра трепает нервы. Туда-сюда ходит, все подоконники уже обтоптал. Да? Да. Заходи! Феликс, давайте сюда! Заходи. Ты будешь заходить, Феликс? Ты идешь? Моня здесь. Заходи. Заходи. Ну, как хочешь. Ну, только ж мне холодно. Все? Моня, Феликс сам не знает, что он хочет. Он сам не знает, что он хочет. Феликс сегодня... Встал не с той ноги. Идем, Монечка, заниматься своими делами будем. А будем заниматься мы сегодня шитьем. Вчера я купила тюль. Эта тюль мне нужна в коридор. Купила такой вот тюль. Моня, так, ты смотри, меня тут не зацепи. Вот такая. Она не белая. Она имеет такой какой-то кремовый цвет. Прозрачная. Это мне нужно в коридор. И девочки, которые продали мне эту тюль, сказали, мы можем вам пошить, но нужно будет дней 10, недельку подождать. Но так как я ждать не могу, я сказала, что я могу это сделать сама. Купила ленту. И сейчас мы с моей главной помощницей Моникой все это дело сделаем. И будут у нас красивые шторы в коридоре. Вот такой рисуночек. Специально брала нейтральную. Нейтральный рисуночек. Без всяких узоров, полосок, без ничего. Потому что я эту штору буду немножечко присобирать. Делать сборки. И рисунок тут будет неуместен. Такие дела. Да, Моника, мы же девочки, наши руки не для скуки, правильно? И мы все умеем сделать сами. И сейчас мы этим займемся. Где Феликс? Где Феликс? У Феликса сегодня особое настроение. Ага. Да, Моня? Особое у него игривое настроение. Феликс. Феликс, кот мой, любимый кот, характерный, характерный, да, Моника, характерный друг, любимый характерный друг. Что ты потеряла? Что ты потеряла, Моника? А, не увидела. Увидела. Конечно, увидела, скажи я. Все, убежал Феликс. Убежал Феликс. Дусик, не спрятаться тебе от Моники. Не спрятаться, не скрыться. Да, Маняш? Дусик не сильно с Моникой играет. Больше Феликс дружит с Маняшкой. Ну, а Дусик сам по себе. Кот сам по себе. Дусик. Кот сам по себе. Красотка моя, помощница моя. Так, теперь из нашей всей тюли, аккуратно, не порви, нам нужно найти серединку и сделать две шторы. Ну, что ты за мамина такая радость? Мамина помощница. Иди садись сюда. Садись. Все. Сиди. Так. Ух ты, быстрая какая. Быстрая какая. Ой, мы сейчас с тобой наделаем. Кто тут такой помощник? Кто? Давай быстренько. Разруби.
Вот средняя ниточка. Я за нее, за одну или за две, потяну. Вот так. И вот это и будет у меня серединка. За одну легче тянуть, чем за две. И вот это вот у меня и будет серединка. Подтягиваю. И видно, по какой линии мне нужно резать. Видно, прямо дорожка. Видите? По которой мне нужно резать. Вот так. И все очень аккуратно. Торец получается аккуратный. А ниточки потом повыдергиваю, они легко высовываются. И потом натяну нашу ленту, как мне будет нужно. Вот так у нас получилось пришить нашу тесьму. Вот, вот наш край. И вот наши строчки. Вот эти ниточки мы теперь повытаскиваем. И мы сразу завяжем узелок. И потом будем ее присобирать. Ну вот и все. Осталось проутюжить нашу штору. И можно будет ее вешать на карниз. Моника хотя бы оставила Феликса немножко в покое. Да, Манюшечка? Да. Да. Феликс бедный на стульчик залез и отдыхает. Отдыхает от тебя. Да, красотка? Да, мамина красотка? Идем. Ренчик. Феликс мне составляет компанию. Уже не выдержал. Моники, да? Моня, ты его закрутила. Закружила в карусели. Феликс залез на стул и отдыхает. А Моника игрушечка играется. Ну, а я делаю медовичок. Собираю медовичок с черносливом. С изюмом и черносливом. У нас на улице ужасно плохая погода. Ничего не хочется. Ветер, дождь, а к вечеру будет снег. А в доме хорошо, уютно. Пахнет пирогами. Коты, собаки. Да, Феликс? Мамина. Мамина, Кэтя. Мамин. Все вы мамины. Все вы мамины. Да. Все вы мамины. Все. Все. Да? Куда ж без Моники? Куда ж без Моники? Феликс. Кот вышел посмотреть участок свой, свои территории. Вот такая вот у нас погода сегодня. Выпал дождь со снегом. И вот такая вот погода на сегодняшнее 20 ноября. 20 ноября. Немножечко у нас снега. Хризантемки уже под снегом. Я их выкапывать не буду. Это желтая хризантема. Вот это. Я их тут посадила.
вот эти шапки хризантем с цветов, которые остались, они будут служить парником, и хризантема не вымерзнет. Поэтому обстригать я ее не буду и выкапывать тоже на зиму не буду. Так она и останется до весны. А весной срежу сухие цветы, полностью ее срежу, и пойдут новые побеги, новые маленькие хризантемки, которые нужно будет рассадить. Вот такая у нас красота. Феликс, мама, накрыть. Ну, Монечка моя главная помощница, да? Маняшечка. Все игрушки по дому у Моники валяются. Ребенок играется. Что у нас новенького? У нас уже есть штора. Мы с Моникой, с моей главной помощницей, пошили шторку из тюли, повесили ее. И уже вид совершенно другой. Наш коридор потихонечку преображается. Я даже вчера повесила такие новогодние веночки. Ну, хочется уже немножко настроения новогоднего. Хотя настроения совершенно нет, но немножко поднимать его нужно. Нашла гирлянду и хотела гирлянду тоже куда-то ее сюда пристроить. Феликс, Феликс, мамин кот. Ты гостей намываешь? Да. Ну, сейчас повесим куда-нибудь еще гирлянду. В том году я ее купила. Когда у нас выключают свет, ту зиму у нас каждый день эти блэкауты, выключался свет, свечи неудобно. И мы вот так, таким образом выходили из положения. Гирлянды купили, как раз зима была, новогодние все игрушки, новогодние гирлянды, было в магазинах полно. И мы таким образом выходили из положения. Ну а что делать? Конечно, фонарики, свечи, кто-то... генераторы покупал, аккумуляторы ставили. Ну, вот так вот выходим мы из положения. В этом году нам грозят и обещают то же самое. Ну, посмотрим, что будет. Посмотрим. Что-то у меня нету одной батарейки. Филюшечка, ты не знаешь, где взять одну еще батарейку? Где-то у меня была батарейка. Мамин кот. Мамин кот. Это у меня тапочки так трещат немножко. Уже настроение. Сынуля подарил тапочки. Они такие красивые, такие красивые, но немножко шумные. Всем привет от нашего дома, от нашей пушистой компании. Как хорошо смотрятся шторы гармоничные. Хорошо, что они такие вот слегка бежевые, кремовые, а не белые. Значит, я была права. Давай вставлять нашу эту батарейку, помощник мой. И подцепим гирлянду. Мне такое неудобно. По-моему, другая батарейка. Нет. Ну, сейчас попробую. Да, Феликс. Получилось у нас поставить гирлянду. Закрепить, она даже горит. Главное, что мигает. Да, самое главное, меня эти мигания почему-то раздражают. Так, теперь осталось ее куда-нибудь придумать. Да, Феликс, придумать, куда ее. Феликс уже придумал. Не-не-не, дорогой. Не. Феликс уже придумал. Феля, не надо ее есть. Не надо ее есть. Мы сейчас придумаем, куда ее повесить. Вот так вот я вокруг батареи. Я ее и закрепила, свою гирляндочку. В принципе, неплохо. В принципе, смотрится неплохо. Феликс, чем ты недоволен, Феля? Феликс? Моня, опять? Ты опять за старое?
Вот такая вот у нас дружная компания. Моника обнимает Феликса. Феликс сейчас немножко недоволен. А у нас получилось вот такое настроение. Так. Такое вот у нас новогоднее, предновогоднее настроение. Хотя на улице дождь, там погода ужасная. Ну, что есть, то есть. Моника, ну ты уже зацеловала Феликса. Маняш. Монечка. Моня. А Феликс терпит. Феликс терпит. Вот так вот. Котоняня. Феликс, ты котоняня. Да? А Моника безобразница. Ну, вот так вот у нас и получилось. Вот так. Да, со шторами очень классно смотрится. Хорошо, что тут есть шторки. Я пока до конца еще не решила, хочу ли я сюда поставить жалюзи или не хочу я жалюзи. Или просто будет открытое окно, пока я еще не знаю. Но то, что у нас получилось, я с удовольствием с вами делюсь. Феликс. Вот так. Все, Феликсу надоело вся эта возня. Да, Филюшечка? Да. Всем желаем мирного и спокойного дня, хорошего настроения, чтобы все мечты у вас сбывались, чтобы все планы осуществлялись. Всем пока-пока.